Как выяснилось, принадлежат одному автору, а не группе злоумышленников, как считалось ранее. Преступник, предположительно связанный с террористической ячейкой Дельсек, носит маску и может быть опасен. Гражданам не рекомендуется приближаться к нему. Когда они пришли за иностранцами, я промолчал, потому что я не иностранец. Когда они пришли за митингующими, я промолчал, ведь я не митинговал. Когда они пришли за журналистами, я промолчал, ведь я не журналист.